Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, канал Геймбой Ностальгия. Меня зовут Александр Маженок, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Assassin's Creed 2. Итак, в прошлой серии мы прибыли с вами в Венецию, наконец-таки. И, кстати, решил я проблему с FPS. Буду будущие серии по Assassin's Creed записывать с NVIDIA Shadowplay. Я эту программу не очень сильно люблю, да и она мне не понравилась. Я всегда записываю либо с Bandicam, либо с OBS в крайнем случае. Но тут проблема в том, что Bandicam слишком сильно сжирает производительность игры. OBS вообще не видит игру каким-то хером. А вот Shadowplay вроде как показывает стабильно 60 FPS. Так, ну что ж, у нас с вами рядом стоит Леонардо. Давайте к нему подойдем и спросим, что же ему нужно. Мессер да Винчи? Да. Бонджорно, я Альвизе. Сеньор Доне попросил меня проводить вас в мастерскую. Вы готовы? Бенвенуто, совершите небольшую прогулку по Венеции с Альвизе. Чё-то мне не нравится эта прогулка, на самом деле. Мне кажется, мы здесь будем сейчас драться. Ну, окей, если нас просят сделать небольшую прогулку по городу, то давайте сделаем. Я надеюсь, неприятности мы с вами здесь не словим. Ах, Венеция. Какое замечательное место. Альвизи дева... де какой-то там. Сейчас посмотрел я, ребята, просто так быстро появилась. Альвизи да Вилардино. Ух ты, жесть какая. Носильщик. Уроженец Венеции, несколько лет работал носильщиком, но затем уверовал в превосходство вооруженных сил своего города. Пошел служить во флот. В 1500 году ему поручили защищать от турков крепость Модон. Однажды после веселой пирушки Альвизе проснулся от грохота турецких пушек, обстрелявших город. Запаниковав, он бежал по палубе, споткнулся, выпал за борт и утонул. Когда стало ясно, что венецианцы проиграли их битву, капитан корабля обвинил Альвизе в преступной халатности и исключил из списков личного состава. Жесть. То есть, получается, вот такие вот пироги случились с ним через 12 лет после событий с Эцио Аудиторе в Венеции. Хорошо, ладно. Самый прекрасный, самый тихий город на свете. Идем, я покажу вам ее чудеса. Первая остановка. Хорошо, ладно. Мост Риальто. Смотрите, как он возносится над большим каналом. Это символ единства венецианцев. Так, а у нас здесь на этом мосту есть значок, ребята. На этом мосту есть значок. Давайте посмотрим. Риальто самый старый и самый знаменитый мост в Венеции, разделяющий кварталы Сан-Марко и Сан-Поло. Он знаменит не только своей огромной аркой, но и многочисленными купеческими лавками. В средние века мост был оживленным рынком, местом прогулок и встреч. Сейчас же по мосту Риальто бродят толпы туристов, скупающих подделки под венецианское стекло, а какой-то идиот плюет с моста в проплывающие лодки. Да, времена и нравы. Идем дальше. Нам тут экскурсию по городу делают. Сан-Джакомо ди Риальто. Самая старая церковь Венеции. Разве она не прекрасна? Хорошо, прочтем про, собственно говоря, и это здание. Сделаем этакий экскурс в Венецию. Церковь Сан-Джакомо, старейшая в Венеции, была основана в 421 году. Сейчас на ее месте стоит церковь, возведенная примерно в 1071. Фасад 15 века украшен великолепным циферблатом 24-часовых часов. В эпоху Возрождения купцы, торговавшие на близлежащем рынке, приходили сюда, чтобы помолиться. По крайней мере, так они говорили своим женам. С часами Магнифико. Идем, идем. Это далеко не все. Хорошо, ладно. Ни в одном городе нет рынка, равного этому. Пряности и шелка, товары из дальних стран. Тут опа-на. Есть все.
Ты нарушил закон о торговле. Но я же заплатил. Я имею право тут торговать. Эмилио, дисагрис. Нет, нет, остановитесь. Давайте пойдем дальше. Тихий городок, да-да, тихий городок, блин. Ага, конечно, блин. Рассказывай сказки, блин. Тихий городок. Как же это забавно выглядит. Так. Она прекрасна, правда? Ты не купишь ее мне? Я забыл деньги в сумках. Вот ты. Смотри, куда идешь, болван. Нас обокрали. Какой странный человек. А, нас не обокрали. Я уж думал, надо сбежать сейчас за этими. Ворами, так скажем. А это палаццо де ла Сетта. Так. Дом Эмилио Барбариго. На него стоило бы взглянуть, но... учитывая последние события... А что случилось? Барбариго пытается объединить торговцев в одну гильдию. Они сопротивляются. Некоторые яростно. Сопротивляются? Они говорят, что сражаются за народ. За свободу или что-то в этом роде. Это чушь, я считаю. Мой прилавок. Я требую компенсации. Получай! Ух, ёшкин ты кот. Дош узнает об этом. Я пожалуюсь на вас совету. Желаю удачи, друг. Короче, ну, какой-то... Ты нарушил закон о торговле. Что? Вы это только что придумали. Нет такого закона. Теперь есть. Остановитесь! Ну это реально какое-то беззаконие, ребята. Что это за, блин, дичь такая? То есть, смотрите, человек торговал себе спокойно, и тут его бах штрафуют за закон о торговле, потом он пришел высказать свое недовольство в правительство, и тут его бах упрекли за, опять же, незаконную торговлю. Ну это жесть. Это жестоко очень. Палаццо де ла Сетта, дом самого могущественного торговца Венеции Эмилио Барбариго. Строительство Сетты, как называли дворец местные жители, было завершено в 1450 году. Это дворец – выдающийся образец венецианской готической архитектуры. Он мрачный и грозный, но вместе с тем светлый и воздушный. Угу, рассказывайте мне. Светлый и воздушный, блин. Ну, может быть, он и был светлый и воздушный до... как раз вот после строительства в 1450-м. Но сейчас там правительство такое не очень, поэтому все по-другому. Мастерская Леонардо в Венеции. Кстати, а она похожа на мастерскую Леонардо во Флоренции. То есть, видите, там тоже такой выход за угол, короче, и прям такой же вход в помещение. То есть, похоже же все. А сейчас... ваша мастерская, мессер да Винчи. Мы не жалели денег на обустройство. Увидите, она ничем не хуже флорентийской. Я желаю вам успеха и надеюсь, что вы полюбите Венецию, как она полюбит вас. Волнующий момент, не правда ли? Не хочешь зайти? В другой раз. Мне еще нужно попытаться получить аудиенцию у Эмилио. Если у тебя найдется свободная минутка или еще одна страница кодекса, заходи, не стесняйся. Спасибо. Динула. Блин, я ему не пожал руку, ну ладно. Не на ту кнопку нажал. Эмилио Барбариго, нам нужно сейчас к нему будет сходить. Давайте посмотрим, что это у нас за человек. Сегодня мы много читаем, ребята. Ну, а что ж поделаешь. Кстати, я думал, когда вот эта прогулка у нас началась, я думал, что реально сейчас будет какая-то драка у нас. Потому что, ну, иначе никак. Эмилио Барбариго. Титан индустрии. Гроза преступного мира. Пользуясь поддержкой своей семьи, он установил монополию на рынке. Устраняя конкурентов и подкупая чиновников. Он почти единолично финансировал венецианскую городскую стражу, что позволяло ему бороться с преступностью и уклоняться от уплаты налогов.
Эмилио утверждает, что он сторонник республики. Но когда полиция в твоей власти, свобода голоса призрачна. Равно, как и твои оппоненты. Угу. То есть я думал, нам сейчас нужно будет опять читать, но оказалось, что нам просто нужно было прослушать видеозапись. Хорошо, это даже еще лучше. Глава гильдии купцов, дворянин. Год рождения 1421, то есть если сейчас 81 или 82 год уже на дворе в Assassin's Creed, то ему уже за 60 лет. Нормально так, нормально. Пойдемте сходим к нему. В целом, ребята, если... Я нашла одно отличное место, Санта-Мария-де-Фрари. Там ты можешь потренироваться, я отметила ее на карте. Хорошо, буду знать. Так, мне туда нельзя, там слишком много стражи. Ребята, напишите в комментариях, пожалуйста, как вам смотрится с записи NVIDIA GeForce Experience. Вот, если что, будем продолжать записывать именно с... как раз таки этой программы. Так. Давайте мы пойдем так, сходим. А, там у нас конец карты. Вот оно что. А я хотел срезать. Сан-Джоббе. Еще одно место в Венеции. Я просто думал срезать, типа можно, но мне потом раз, резко сюда на карту обозначила. Инга мне в комментариях, если вы помните Инга, с которой мы играли в Borderlands, она писала мне в комментариях, что я слишком путаюсь в местности. На самом деле, не, я не путаюсь в местности, просто слишком много активности на карте, на все хочется посмотреть, поглядеть, и ты останавливаешься, такой думаешь, блин, пойду-ка я к цели, идешь к цели, потом смотришь, у тебя какой-то значок на карте, ты подбегаешь к этому значку, делаешь какое-то, выполняешь действие, потом опять убегаешь. То есть на самом деле реально действий здесь много, можно выполнять, и на все отвлекаешься. Нужно, я постараюсь поменьше отвлекаться на подобные вещи, вот, буду смотреть только на самые важные. Как проникнуть во дворец? Я залезу по стене и... Нет, так далеко я не прыгну. Нужно найти другой путь. Ха! Опять эта баба. Ух ты. Ага. Давай. Если ты хочешь жить, двигайся. Ух ты ж, твою мать. Ранили ее. Ну, блин, тоже полезло, блин. Нет бы слезть бы. Эй, мне нужна твоя помощь. А я тебя знаю. Нам нужно уходить. Ты так и не извинилась за то, что сбила меня. Уходим. Вабене, куда? К воде. Да тут везде вода. Да тут везде реально вода, это же Венеция. Отметина на память. Помогите Розе добраться до реки. Так, хорошо. Так, давайте-ка мы вот так с вами сделаем, ребята. Вы меня задрали. Я вот так вот сделаю. Все. Они все подкреп... Не беспокойтесь, я постараюсь. А, не беспокойтесь, но я не беспокоюсь. А я хотел комбо сделать. Я думал, что я сделаю сейчас комбо, а на самом деле не получилось вот с этим вот чуваком. Я бы без тебя справилась. Да ну нафиг, без меня бы она справилась. Я тебя могу оставить, я могу сейчас убежать и все, и ты будешь сама справляться с ними. Чёртовы лучники! Да чтоб тебя, люди, уйдите.
Я немножко еще ранился. Почему ты медлишь? Быстрее! Да я не медлю, да ты, блин, я... Ты же меня ведешь, блин, не я. Есть то, что вам нужно. Сдохни! Ладно, ублюдки. Кто хочет подохнуть первым? Давай, давай, иди сюда. Ну чё ты прыгаешь? На! Санта Мария, говори за Дея Фрари какая-то там. Погнали дальше. Да я понял, что они приближаются. Давай уходим отсюда, если хочешь жить. А зачем ты сначала побежала тогда туда, если тебе нужно сюда идти? Почему ты медлишь? Быстрее! Не беспокойтесь, я постараюсь убить вас побыстрее. Так, а вот теперь тут мы предпримем важное действие. Да, бля! Да уйди ты от меня, что ты ко мне прикопался? Он мне не дает кинуть бомбочку. Он мне не давал кинуть бомбочку. Так. Так. Итак. Лучники. Да чтоб тебя. Я еще и обокрасть кого-то успел. Лучники. О-о-о. А вот с этим-то я знаю, как справляться. С этим чуваком только так надо быстро расправляться, чтобы... Чтобы его прикончить. Быстрее! Да где я медлю-то? Тут просто людей еще целая куча. Бегаешь где-то по людным местам. Нет бы где-то в переулок куда-то зайти. У меня, кстати, бомбы закончились, блин. Долго мы еще бежать будем? Ой, блин, она устала еще. Ну давай! Вперед! А, она ребят подкупила, что ли, да? Что, моя нога? Ты можешь идти? Стоп! Я не расслышал твое имя. Роза. За мной. Онорато, Роза. Я Эцио. Я знаю. Что значит «я знаю»? Но, Нора, сейчас не время для светских бесед. Да, ты да, не да. Видишь? Да, ты ж... Что ж ты на меня прикопался-то, а, чувак? Может тебе дать по щам? Я, в принципе, это могу сделать. Пожалуйста! Бегите! Стража! Аванти! Места я на Янда! Он там! Вперед! На! Иди отсюда! Эй, не забудь про меня! Да не забуду, но я про тебя, блин! Сейчас будешь возникать, вообще останешься здесь. Что ж, до встречи! О, так они нам помогают, их даже не нужно подкупать. То есть они сами за нами бегают и помогают нам. Отлично. Ни за что не попадешь. Мерда! Я пущу тебе кровь! Так, мне надо бы лечилку взять, выпить. Чувак, ты его тоже бей, ты чего стоишь-то, защищаешься, блин? Почему я должен а за вас... Ты не собираешься бросить меня здесь? Все проблемы должен выполнять за вас. Да, блин, брось ты эту хрень, Эцио. Собирайся. Надеюсь, ты не собираешься бросить меня здесь.
Так, сюда. Гнусный вор! Тебя накажут за твои грехи! Подними меня! Сиди здесь. Не отставай. Наконец-то я ее подобрал, я ее не мог подобрать. Она рядом, во-первых, с трупом лежит, во-вторых, блин, солдаты рядом стоят, блин, типа... Типа, подождите, идите за мной. Теперь все в опасности. Свяжи пиявки. Уго! Фу. В чем дело? Роза ранена. Давай ее сюда. Дальше мы поедем на лодке. Осторожно. Со стражниками я разберусь. Ну да, конечно. Хотел прыгнуть на эту хрень, а прыгнул на не эту хрень. И Хэтсо, быстрее! А его не вижу! В смысле ты меня не видишь? Я рядом с тобой был, чувак. Не видит он меня. Так, ладно, это еще не конец миссии. Проложи нам путь. Проложи нам путь. Сделай что-нибудь! Блядь! Что ты меня столкнул? Зачем? Я с тобой подраться вообще-то хотел. Сталкивает он меня тут. И гляди, куда она? Займись ими! Ладно. Так вы не мочитесь. Да блин, ты меч-то не взял, Эцио. Какого хрена, блин? Одного столкнул. Господи, второго так убил. Вон, он утирает. О, Дио, еще один безумец. Так. И это еще не все. А, черт, они стреляют в нас. Куда ушел-то? Все, иди нафиг отсюда. Так, с этим разобрались. Еще есть? Вон, еще есть. Это еще, оказывается, не совсем конец. Покончено. Есть еще? Есть еще. Иди отсюда. Еще есть. Да вроде бы сейчас будут. А, они вот сюда приедут. Вы не сюда приедете? Как это у тебя получается? Да никак, просто, блин, ребята, вроде я думал сюда приплывут, а они уехали мимо вас. Заходите все, кому нужно. Так, а у тебя я сейчас лекарство куплю. Да, купить лекарство, потому что я одно потратил, а хочется все, и чтобы все, тогда чтобы были. И тогда будешь совсем здоров. Да, спасибо. Так. Да вы приплывете-то уже. Еще есть там? Вроде больше стражи нет. Вы там нормально? Да, они вроде как нормально. А, вон аж куда поехали. Хорошо. Ну здесь тихо. Здесь спокойно. Он мертв, глупец.
помолишься позже. Порко демонио. А сейчас мне нужно встретиться с Антонио. Осторожно. Предоставь это мне. Найди Антонио. Руку делай, что он говорит. Валюльтимо ривато даль ордени. Не могу поверить, что этот парень мной командует. Ну а ты что думал, блин? Я тут ее нес. Эй, очнись. Так, ладно. Очнулась. Так, а вы мне, может быть, карту дадите? Нам нужна помощь. А, вот. Сюда надо нести. Где Антонио? Займись делом, расчисти для нее место. Клади ее сюда. Хорошо, несу. Где мы? Дома. Мы послали за помощью. Спасибо. Роза, что произошло? Вытащи из меня эту штуку. Сейчас. Дай я посмотрю. Оба отверстия чистые. Это хорошо. Вытащи. Роза, мы должны... Давай! Коневой. Тянетала. Она насквозь пробила ногу. Извини, Пикола. Свои извинения засунь себе в задницу. Веди Бьянку, живо. Помоги мне. Как? Возьми чистый лоскут. Когда я уберу руку, прижми лоскут к ране. Ты готов? Давай. Порка путана. Бен Фатто, ты отлично справляешься. У нее сильный характер. Заноси Розу внутрь, тогда Бьянка сможет зашить рану. Самое страшное позади. Чума на твою голову, бастардо! Тебя и твою шлюху мать! Спасибо. Роза дорога мне. Если бы я ее потерял... Не могу пройти мимо женщины, попавшей в беду. Да, я знаю. Не удивляйся. Мы все про тебя знаем. И про тебя, и про твои дела в Тоскане. Неплохо работаешь, хотя и... грубовато. Ты знаешь, зачем я в Венеции? Догадываюсь. Зайди ко мне в контору как-нибудь. Нужно кое-что обсудить. 4000 флорина нам дали, ребята. И я думаю, что можно сейчас вернуться к нам в нашу виллу. Потому что у нас там денег тоже дофига скопилось. Вот. Чем-то был похож этот чувак на... Вон, видите, уже... 16 952 флорина в сундуке. Это, скорее всего, уже полный сундук. Чем-то мне этот чувак напомнил Михаила Боярского. Знаете, типа, такой тоже, в таком же костюме, все дела. Такс, ну, мы в гильдии воров торчать не будем. Я, наверное, сейчас перемещусь в нашу виллу. И мы продолжим уже там. Так, ребят, наконец-то я в Монтериджоне. Пожалуйста, напишите мне в комментариях еще, есть ли какое-то быстрое перемещение по городам, потому что до Монтериджоне, чтобы мне нужно было добраться, я из Венеции поехал снова в горы. Я сейчас вам покажу, да? Вот, из Венеции поехал... Из Венеции я сначала надвинулся в Романье, Форли, потом поехал в Апеннинские горы. После этого я поехал во Флоренцию, а уже потом только до Монтериджоне. Ну, это как бы было не совсем прикольно, потому что, ну, там вот эти вот эта локация, Апеннинские горы, они капец большие на самом деле. Это я, проходя миссию-то, не замечал. Так, а для чего я здесь остановился, вот именно здесь начал запись? Потому что я хочу посмотреть, есть ли что-то новое у наших... дорогих продавцов. Допустим, средний пузырек с ядом я возьму, потому что деньги сейчас все равно девать некуда. Мы сейчас еще из сундука 18 тысяч заберем, да? Так, улучшение поиска для ножей не буду покупать, это мне не нужно. А вот еще зайдут сюда. Доспехи все починю, во-первых. Вот. И зайду-ка я посмотрю, что есть здесь новое. Ух ты, а нового здесь очень много. Металлический нагрудник. 16 тысяч. Нет, спасибо. Я пока, наверное, возьму... наверное, возьму, скорее всего, сейчас на плечи Гельдшмидта, да?
И возьму-ка я еще металлические наручи. Вот, и пока хватит. А вот из оружия, чтобы посмотреть. Старый сирийский. Ну, здесь пока ничего нового нету, я так смотрю. Венецианский палаш только, но он еще там, я его видел. На другой локации. Короткое оружие. Цестус. Ну, Цестус я тоже видел. Он у нас после убийства Якопа Паца был еще. Вот, и боеприпасы. Я возьму, наверное, дымовые шашки, потому что у меня их вообще, они закончились, их нужно все равно купить. Мало ли на нас большие будут набегать парни. Будешь здесь еще раз, заходи. Сколько там? На 625 флоринов прибавилась стоимость Монтери Джонни? Ну, неплохо, чё. Осталось нам сюда, на виллу зайти. Эцио, ёперный ты ж театр. Зачем ты в этот стол вперся? Так, давно я здесь не был? Угу, давно, скажете вы. Так. 16952 флорина забрали, и итого у нас 23823 в кошельке. Привет, Эцио. Давай поглядим на список. А, давай, что у нас здесь еще нужно будет улучшить? Ну, во-первых, давайте я поставлю колодец. За 4000, да? Это будет хорошо смотреться. А во-вторых, кузнеца увеличу на скидку 10%. Ну и в принципе, что мне здесь еще поставить? 8000, 9, 12, 5000. 5000. И все. То есть у нас здесь врач и портной по 5000. Но я думаю, давайте мы, наверное... Да, давайте мы врача на 5000 поставим. И пока хватит. Это все, что мы улучшим с вами. Bon viaggio. Стоимость Монтери Джонни плюс 23 тысячи флорина. И на этой новости мы с вами закончим, ребята. А давайте сначала я еще перед концом посмотрю в записях дневника, сколько у нас сейчас в сундуке можно хранить денег. И так, в 20 минут у нас приходит с вами доход в 6600 флоринов. И получается, сундук у нас теперь может вмещать 26 тысяч. Это офигенно. На сегодня это все. Спасибо всем, кто посмотрел. Встретимся с вами уже в следующей серии и продолжим выполнять задания. Причем основные задания, потому что нам надо близиться к финальной точке. С вами был Александр Машинок. Всем удачи и всем пока-пока.